Роскомнадзор заказал разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать, блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками. Итоги конкурса должны подвести 8 апреля, а создать данную систему к декабрю этого года. Данная система позволит снизить затраты на проведение круглосуточного контроля за поисковыми системами. Существующие информационные технологии, сетевые технологии, в общем-то, позволяют обеспечивать контроль и мониторинг на уровне специальных пакетов, пересылаемых по сети, возврат которых, собственно, и будет показывать возможность доступа к сайту, скажем, выявление самого факта неисполнения, даже одного, по сути, это уже успех. Сейчас для проверки конкретного поисковика необходимо соответствующее задание со стороны Роскомнадзора. После этого сотрудники главного радиочастотного центра вручную проверяют, выдает ли поисковик запрещенные в России ресурсы. С внедрением системы проверка будет осуществляться автоматически, но также по заданию служб. Автоматическое средство, по сути, позволит расширить количество опросов, ну и, собственно, частоту посещения, частоту мониторинга информационных ресурсов. Алсу Саттарова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.